Даже в свой заслуженный праздник эти люди на посту. Сегодня охранное предприятие «Рубеж» празднует свое 18-летие. Все началось в 1996-м, когда сотрудников было всего 5 человек. Годы опыта сделали свое. Теперь ООО «Рубеж» – это компания, которая доверяет свою жизнь и здоровье более 30 тысяч брачан. На сегодняшний день компания охраняет более 5 тысяч объектов. Среди них – школы, банки, офисы предприятий и квартиры. Владимир Тулин, директор компании, с гордостью говорит, что счастлив. «Братск» доверяет его предприятию. Неоднократное участие в выставках охранного оборудования и признание доказывают, эти люди трудятся не зря. 18 лет – это не просто 18 лет из жизни, это 18 лет мучений, поисков, каких-то компромиссов, развития предприятия, падения предприятия – это кризисы. Я думаю, что здесь как соотношение у собаки, у человека. Да, 18 лет – это, на мой взгляд, это практически человеческая жизнь. Телекомпания «Город», «Радио Сибирь» и «Газета Горожанин» поздравляет ООО «Рубеж» с праздником. Мы желаем процветания, верных друзей, партнеров и благодарных клиентов. А хотя отъезжать не надо.